Хорошее утро, хорошего денька. Стоим, ничего не делаем. Все тихо и спокойно. Тут еблыз, мама дорогая. Украина силахлы кувелерінің açtığı ateşten qorxuya düşen işğalçı Rus ordusu əskərlərinin görüntüləri yayılıb. Görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Kadrlarda yaxınlıqda baş verən partlayışdan sonra işğalçıların təlaşa düşərək qaçdığı görünür. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Хорошее утро, хорошего денька. Стоим, ничего не делаем. Все тихо и спокойно. Тут еблыз, мама дорогая. В типаж вынесла за бетер, блядь. Блядь, что делать? Что это было? А, что за нахуй? Что? Что? Где? Что? Ой, блядь. Ой, блядь, спрячусь. Спрячусь тут. Не, хуевое место. Другое место надо прятаться. Тут. Не, побежали. Мы любим хорошо бегать толпой и стадом.